Шо вы, головы, гаситесь? Давайте, как обычно, три новости за три минуты и будем двигаться дальше. Два месяца назад Google навсегда отменила ежегодный видеодайджест YouTube Rewind, однако оказалось, что саму идею проведения итогов в формате онлайн-видео компания еще считает удачной. В этом году YouTube запустил экспериментальный интерактивный видеострим Escape 2021 длительностью 24 часа, в котором примут участие какие-то неизвестные мне люди, но скорее всего я им просто завидую, потому что они более популярные ютуберы, нежели я. Так в общем, все приглашенные участники займутся разбором самых важных трендов и наиболее популярных видеоплатформ в уходящем году. К счастью, любителям онлайн-видео не придется сидеть у экрана в сутки без перерыва, так как создатели мероприятия разобьют его на три главы. Первая глава, кстати, стартует уже на следующей неделе, 16 декабря в 7 утра. Но прежде чем двигаться дальше, я попрошу вас подписаться на канал, потому что вы смотрите, слушаете на мышу, а это, как вы знаете, не очень красиво, поэтому тыцайте на подписку, тыцайте в колокольчик и погнали дальше. Та же компания Google намерена обеспечить возможность запуска Android-игр на ПК с Windows в следующем году. Планируется, что в 2022 году выйдет приложение Google Play Games. Оно позволит запускать игры из Google Play на ноутбуках, планшетах и компьютерах с операционной системой Windows. Отмечается, что грядущее приложение не только позволит запускать Android-игры на устройствах, но и обеспечить возможность возобновлять игры на настольном ПК после того, как вы поиграли на смартфоне, планшете, либо же Chromebook. Приложение Google Play Games будет поддерживать Windows 10 и более поздние версии, то есть Google займется самостоятельной дистрибьюцией и не будет сотрудничать с Microsoft в этом плане. Ну и напоследок у нас, как обычно, такая не очень серьезная новость, это то, что известный интернет-ресурс Internet Media Database, в простонародье IMDb, традиционно подвел итоги года, отобрав лучшие фильмы, лучший сериал и актеров 2021 года. Давайте так, три категории. Лучший фильм 2021 года — это «Дюна», лучший сериал 2021 года — это «Ванда Вижн», и лучший актер либо актриса 2021 года — это Элизабет Олсен. Хочу вам сказать, что ни фильм, ни сериал я не смотрел, как выглядит актриса, я не знаю. Наверное, я что-то пропустил в этом году. А на этом, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели, дослушали до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не теряйтесь.